с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Они используют ту же комбинацию с одним форвардом. Сегодня команды основательно позаботились о полузащите. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Они используют ту же комбинацию с одним форвардом. Сегодня команды основательно позаботились о полузащите. Они используют ту же комбинацию с одним форвардом. Сегодня команды основательно позаботились о полузащите. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Мы с вами на арене «Сигнал Идуна Парк». Константин Генич и Георгий Черданцев вместе с вами. Вась, смотрим. Филипп. Томас Делень. Делени! И мяч в руках у голкипера. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Навешивать надо. Голкипер забирает мяч.